Друзья мои, всем привет! Мои клиентки жалуются, что мужья, бывшие, не платят алименты на детей. С точки зрения эзотерики, все тотально справедливо. Если вы не платите алименты на своего ребенка, с вас эти деньги все равно возьмут. Это поломка техники, вас кидают бизнес-партнеры, это какие-то штрафы. С вас всегда найдут, как взять эти деньги. Если вы не доплачиваете алименты на своего ребенка, у вас, например, зарплата 100 тысяч, официальная 20, все остальное вы получаете в конверте. И алименты вы платите с 20 тысяч, то есть 25% это 5 тысяч рублей. Соответственно, вы не доплачиваете, алименты рассчитываются, да, со всех доходов, скажем так. Поэтому, друзья мои, вы не надеетесь, что это пройдет все мимо вас. Все равно с вас возьмут деньги. И милые женщины, вы не думайте, что если вам не заплатили алименты, то вам будет не на что жить, и ребенок останется голодный, холодный. Помните всегда о том, что у вас всегда будут деньги на ребенка. Найдутся новые источники доходов, предложат какую-то дополнительную работу или что-то еще. Деньги на ребенка у вас всегда будут. Как минимум в той сумме, которую вам не доплатили ваши мужья.